В Киеве многотысячное шествие националистов под барабанный бой и в сопровождении волынки. Они колоннами следуют через центр города под знаменами националистических движений «Свобода» и «Правый сектор». Последняя организация, напомню, в России запрещена как экстремистская. Многие пришли в камуфляже. Толпа выкрикивает речевки, прославляющие Степана Бандеру, создателя и идеолога украинской повстанческой армии. 14 октября, как раз годовщина основания УПА. И сегодня же, что вряд ли можно считать совпадением, на Украине отмечается День защитника Отечества, который на эту дату с традиционного 23 февраля перенесли по указу президента Порошенко. Сам он в шествии участия не принимает, ограничился только посещением выставки военной техники, которую устроили на Михайловской площади. Ну и в эти минуты из Киева приходят срочные сообщения. Во время так называемого «Марша героев» раздался взрыв. Это данные агентства УНИАН. Подробностей пока нет.